Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Вечернее время, 5 часов, квартал Море. Первая линия метро здесь останавливается. Но лучше тут прогуляться пешком. Шикарные французские десерты. Цена такая же у них практически. Она тоже шикарная. 5-6 евро маленькое пирожное стоит. Ездят машины. И тут же проходит линия автобусов по центру прямо. Я хочу прогуляться одну остановку и показать вам площадь Вогезов. А также тут еще есть один очень интересный особняк Сюли. Очень старинное здание, тоже перешедшее в муниципалитет города. И это стоит посмотреть. И красивые маленькие жарда. В квартале Море всегда многолюдно, всегда много людей. Здесь есть много магазинов, очень много продуктовых, закусочных, ресторанчиков, барчиков. Известные марки, дорогие, разные есть. А также в квартале Море много винтажных магазинов. Я двигаюсь по направлению как Бастилии. Посередине, между двумя остановками, находится красивое такое место. Маленький сад, площадь Вогезов. Там есть музей Виктора Гюго. Вот туда я сейчас направляюсь. Наш транспорт. Самокаты нынче запретили, поэтому остаются автобусы и велосипеды. Тут слышно движение метро. А также, помимо закусочных, ресторанов, есть церквушки старинные. Я сказала про самокаты, я имела в виду, это которые в аренду сдаются, их запретили. А если частный самокат, то можно ездить. В общем, арендовать самокат нельзя, но на своем самокате можно снестись со скоростью 40 км. Ну, вроде бы сейчас убавили скорость, кажется, до 20 или до 10 км. Ну, раньше носили их по 40 километров, пока не произошло происшествие. Погибла женщина, и после этого за них взялись серьезно. Многолюдно всегда. Прогулявшись по центру, я дошла до отель де Сюли. Можно зайти в этот отель с центральной улицы, но также дверь спрятана в парке. На площади Вогезов располагается тайная дверь. Как в «Алиса в зазеркалье», ты ее открываешь и попадаешь в вот этот отель де Сюли. Пройду еще немного дальше, чтобы попасть на площадь Вогезов. Площади Вогезов через потайную дверь я войду в этот отель де Сюли и выйду здесь и покажу еще раз, как это происходит. В общем, тут двойной вход. Цены в этом районе на все в два раза выше, чем если просто зайти в простой супермаркет. В простом супермаркете можно все купить в два раза дешевле. Отель де Сюли рядом, а также здесь находятся ворота, чтобы войти в парк площадь Вогезов. Ну а впереди виднеется Бастилия. Это буквально пару минут от Бастилии. Видна статуя Бастилии. Перехожу дорогу и иду на площадь Вогезов. Я снимала Бастилию, порт Арсенал. И на повороте возле парка площади Вогезов есть кафе «Ларсенал». И вот тут ворота. Здесь много ресторанчиков, барчиков. Возле ворот я закончу это видео. И следующее видео будет уже внутри парка на площади Вогезов.
Когда туристы не знают Париж, они мотаются туда-сюда, туда-сюда. В каждом районе что-то есть. Поэтому, так как я знаю хорошо Париж за 20 лет, я сейчас концентрируюсь в Море. Квартал Море — это 4-й округ. Я освещаю эти окрестности, потом я поеду в другой район и буду брать там то, что есть там. В каждом районе что-то есть. Но я не прыгаю с места на место.